Ребят, всем привет! И я захватила папин канал. Я надеюсь, что он вставит себе это видео. Я начинаю его влог. В общем, мы, короче, едем на пляж, на речку Донецк. Ладно, ребят, на самом деле мы едем отдыхать с палатками. У нас, как обычно, полный багажник вещей. Я так и не поняла, куда мы едем. В общем, ну, мы едем с палатками. На рыбалку. На рыбалку. И, ребят, оставайтесь, будет интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А мы поехали. И сам основатель канала, он сейчас нас в тапочках ведет. Вот. Мини-маркет идет, Жень. И едем, ребята. А можно вот так? А так я могу? Чилийское вино на хуторе Бабичи Кореновски с аргентинским пармезаном. Обалдеть. Да, вот креветки подайте. Так, а что готовишь? Сейчас будут фирменные креветки. Золотка, лучше налево ходить, направо не ходите. Кем занимаюсь? Кум. Блин, место шикарное, конечно. Там курица сверху, да, сама ее. Поднись. Так, воды надо. Ну погоди, воды надо, не надо, сейчас у нас дальше. А ну ж там воду дальше. Нет. Чуть-чуть надо, немножко, она знает. Детки рисуют. Так, все, я больше не бухаю. Так. Ну вообще класс. Что рисуете? Море и закат. Верит на такой диете. А я рисую, это радуга. Чего, если сейчас не добавить, они просто гореть будут скоро. Они ж мороженые все, ранее вот, деревянные. Угу. Воды надо чуть-чуть сюда, и вот даже эти, скажи, когда... А может накрыть их? Не, сейчас накрою, подожди. Да, воды. Жеська, батька посадил тебя, да, на привязь? Ой! Что тебе пришло? Да давай, помешать, не надо посадить, может, где полотенце? А вот, красавец. Ну так они здесь и лежали, что ты? Ну так а что ты поломал все? Ну так они же лежали угли. Пришли наш телефон. А, ты сразу их уже жаришь, да? Он решил сюда сесть. Зачем их чистить, да? Денис, только чтобы они не выплыли. Дэн, правильно, так и делай всегда. Да, один уже жарится. Бля, это весело. Можешь еще раз так же сделать? Ты нашел с ней общий язык? Нет, не нет, да ты вот нахер, мы лучше рыбу потопаем. Это у нас, она нас сейчас сожрет, ёпт. Вовремя ты включил. Я полная бутылка пива была. Слышишь? Вон. Я в шоке, честно. Я первый раз такое вижу. Слушай, я сам такого не видал. Такой бестудел на столу. На Мише, посмотри. На столе. Вот так на этой роде кушают рыбку. Чистят, жарят. Нормально вообще, да? Ой, я думал, Ирина. Толя, я не тебя зовут. Недавно бегал по столу. На, скакал и прыгал тут. Буянил. С коктейлями у тебя лучше получается. Сюда клади. Думаешь, сюда надо? Завтра уже будем разбираться, что воняет. Ой, блядь, его бы в сетку и сразу жарить.
соль принеси, Коль. Кстати, без соли. Без соли? А потом соль от повара. Да, не. Соль, сухое мясо получается. Не-не-не, знаешь почему? Потом, когда посолишь, оно в середине не будет не соленое. А когда сразу же, оно пропитывается маленько. Да, мне кажется, это сейчас будет как на лодке. Вкуснее в 10 раз. На какой лодке? На подводной. На подводной? Знаешь, когда мы ставилку жарили сразу? Но это сейчас будет так же. Мерка что, пешком прибыл? Ну, она что? Ля-ля, он за нами следит. А то он сейчас еще снимать будет. Лицо прям видно из окна. Сидим тут это, эту косилку, блин, вытащили. Меня никто там не угонит. Я говорю, ну давайте я загоню. Три человека. Ну и что, Ленчик, Да. Самый лучший маринад – соль и перец. Но так как перца нету, блин, обойдемся только солью. Маринад простейший. Да. Сюда, в проезд. Давайте это. Я говорю, давайте. Надо же. Да. Давай, я приготовлю. Давай, Дэнчик. Мишлен, 5 звезд. Чего? Че, прикалываешься? Кто из них? Какие тут приколы? А что ты хотел-то? Я думала, вы как это. Как кто? Как кто? Как нормальные вообще люди, пожалуйста. Да, мы тебе нормальные блогеры, блин. Слышь, мать. Да ну быстрее снимать, он горит. Денис ему отомстил. Дэн. Ну уберите, сейчас. Кореш твой горит. А ты сволочь такая. Опа! На тебе другого, блин. Да. Коля, ну прям убери огонь, огня убери вот этого. Ты побей этот бревеняки. Наоборот, туда пододвинь все это дело. Мне кажется, оно будет нежнейшее сейчас мясо, ребят. Да блин, с голодухи оно будет все. Мало было и не жарит. Слушай, убери вот эти доски тут. Че тут? Ну, сопли потекли, блин. Какие сопли? Ну, слюни пускай. Ну правильно, вот удовольствие, блин. Ты видишь? Она такая, что сейчас я говорит, сейчас их сожру, блядь. Когда готова рыба? Когда глаза будут белые, правильно? Нет, даже глаз выскочил. Не-не-не, она еще не готова. Конечно не готова. Очень эксперты. Мишлен. Как моя бабушка говорила, очи бачили, шопок. Меня здесь нет. Да. Да? Ладно, так. Съедобное. Ир, дай мне это. Давай, тихо. Коленку ставь, поставлю. Ир, дай вилку. Ставь его на коленку. Давайте на казан ее поставим. Давай, говорю, положим, а? Возьми вилку, блин. А ну, снимай. Зацени. Оба-на. Ну, серьезно. Да? Супер. Да что, попробуйте, блин. Ты попробуй. Попробуй у нее отобрать теперь вилку. Ну, прям что, блин. На, пробуй. Дима. Еще два одно. Ну что, вкусно? Охренеть. Спасибо. Блин, реально вкусно. Да ладно. На тебе вилочку. Да, шикарно. Не, я Димона трогать не буду. Как не будешь? Ты что, нам на лодке плыть завтра? Да, плыть. Ну. А он причем? Так что, у него мотор есть, что есть. Да, мотор на улице.
Михаил Светлов. Мальчик запускает свою машину. Куда забрался? Задом так путь поехать столбика. Да. Пенопласт, видишь, висит. Прикормка. Это пенопласт. Надо где-то что-то еще найти такое, повесить. Грузик? Не, не грузик, какой-то еду. Дела пошли. Да, как только утонет. Так, а что будет на завтрак? Яичница с помидоркой. Сосиска, помидорка будет. Не знаю, может, Коля приползал. Решил. Да. Мы сейчас финал пьем. Да. Да, в тарелочку. Волшебный ингредиент. Это точно соль? Пока-пока. Боюсь, когда... Я же папа. Не-не, вот там, дай старую. Старую? Мясо где? Мясо, женушка, где? А вчера уже все съели. Слышишь, что это? Холодильник? Так а что мы чем, с овощами будем? Накосили, говорит, травы сейчас. Как шмурфики заварили, зелье, да? И все упало. Шелуха-то. Да, мы уже все. Вкуснее будет. Да, у меня тоже было секретное. Блин, шанс был, да? Да, причем такие тум-тум, блин. Хорошие удары. Ну. Пап, не надо меня снимать. Дальше, ну как? Доставка воды. Доставка воды. Вообще? Доставка воды прибыла. Понятно. Ой, место назначения. Слушай, ну нормально, он у вас двоих тянет еще. Да. Еще и с водой. Доставка воды. Молодцы, девчонки. Воду заказывали на Дубровку. Конечно. Девочка!
Эй, ты, девчонка, ногу подними, ногу подними. Смотри, она запуталась, ее ж надо распутать. Блин, как ее ж распутать надо? Она ж запуталась. Подними ногу. Она меня вот сюда выкинула. Эй, ты что, охренела? Мадам. Только я не поняла, почему ее одну брать. Как здорово. Так, козочка. О, слышишь? Своих же боишься. Кристи, что такое? Лентяй. Кристи. Смотри. Носик. Ребята, посмотрите. Дрюша. С винюшкой. Кушаю. Прикольно. Сколько у вас? И подъем! Да. Помнишь, куда же она открыла? Ой, жарко. Давай, отрежем. Поставьте вот так руку к ее лицу. Самое главное, фут. Это маленькие ребята? Нифига маленькие, да? Это не перепелки, да? Это да, не перепелки. Здравствуйте. Они как бы не поздравятся, выходят. Это вот постоянно. Что у него с носом? Нет. Как его зовут? Яша. 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 О. Все, видел, что у него там висит. Яш, ну поговори с нами. Но... Яш. 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 Яшка, ну поговори. А почему у них глаза полосочки? Видишь, он сразу на тебя вот так. Ну, с Николаевича даже сапоги снимал. Николаевич так ногу поднял, он сапог и снял. Это когда он на дыбу стоит, нападает. Единорожек. Единорожек потерял рожек. Он кусается? Да. Я один раз укусил. Это животное. Если ему что-то не понравится, он сделает... Все ради своей защиты. А что это он? Это уши, да, он так делает? Нифига! Сейчас в траву, сейчас тебя вмажут в траву. А где собака? А глянь, какой он сильный, посмотри. Ой, девочки! Да. Ну, подожди, а если я вот так сейчас взяла? Готовим шулюм. Ребята поймали немного рыбы. Ребята, вот рыба. Смотрите, какая офигенно огромная. Да. Всё, то с тобой наготове. Где? Снизу что-то. Снизу вон что у нас. Какие
Здесь обязательно за край, нам можно за середину. Аля, руководитель лежит там. Гнезда выдает. Ну а если тебе понравилось это видео, ставь лайк, подписывайся на мой канал и путешествуй вместе с нами.